Господи, помоги мне быть одним из. Говорят это, помоги избежать громких фраз, слов, звуков, потому что честное всегда тихо, потому что страшно разбудить лихо. В себе же самом, не говорю в нас, так как в нас больше массы, а значит нам проще вниз. Прости за то, что когда молюсь, то при прочтении «Отче наш» запинаюсь обычно, так и хочется произнести «Отче мой». Это не присвоение тебя, просто сил не хватает просить за всех. Прошу за себя лично. И еще 2-3 имени плюс. Что я смогу оставить после? Строчки, слова. Слова — субъективная штука. Когда услышит в словах, что захочет услышать каждый. Эти банальные мысли, а если брать выше, то горло срывается с высоты таких звуков. Лучше я буду здесь, рядышком, возле. Возле себя, возле своих инь и янь. Прости за буддийский термин, но мне так проще, а тебе все равно. И еще. Не закрывай тебе окно, особенно вечером. Во имя отца, тебя, ой, во имя тебя и сына, и мамы. Аминь. У нас дуэт, ну как дуэт, ритм-секция. Да. Слышно? Звучит? Гитару слышно? Нормально, все. И главное, чтобы по нему не стукнуло. Готов? Ну что? Песня посвящается настоящим джедаям. Можешь выходить, подпевать, если хочешь. Да. Дари и забывай, дари и не держись, просто отдавай, смейся и кружись, не жди ничего в ответ, поверь, все летит на свет, у жизни нет других рук, кроме твоих. Ведь кто-то должен начать петь, кто-то должен проснуться первым из нас. Кто-то должен начать спеть, то если не ты, когда, если не сейчас. Ни дня без улыбки, друг, что бы ни происходило вокруг, гори. Снаружи ровно столько света внутри. Ни дня без улыбки, друг, что бы ни происходило вокруг, гори. Бога нет других рук, кроме твоих. Ведь кто-то должен начать петь, кто-то должен проснуться первым из нас, кто-то должен начать петь, то если не ты, когда, если не сейчас. Ни дня без улыбки, друг, что бы ни происходило вокруг, гори. Ровно столько света внутри, ни дня без улыбки, друг.
гаса цвет. Никогда не гаса цвет, и никогда не гаса цвет. Спасибо большое. Вот такие настоящие джедаи. Поспокойнее немножечко. Слышно вообще гитару? Мне кажется, вообще... Не вызывай никого на тадами, изнутри зарастает цветами. Я повторяю снова и снова, наше оружие — доброе слово. Шесть врагов на пути поджидают, важно всегда оставаться джедаем. С широкой улыбкой, не хмуря брови, без революции, боли и крови. Пока сохраняет твердость рука, продолжай каждый день выжимать из себя дурака. Вот так меняется этот мир. Вот так меняется этот мир. Вот так меняется этот мир. Вот так. Вот так. Сотни учений. Думай о себе поменьше, чуть-чуть. Ты где угодно, но только не здесь. Отдай свои жалобы ветру и цени то, что есть. Ведь пока герметичен скафандр тела, сколько полезного можно сделать. Но перед тем, как ринуться в бой, выиграй битву с самим собой. Когда ты устанешь быть осторожным, будь реалистом, мечтай о невозможном. Вот так меняется этот мир. Вот так меняется этот мир. Вот так меняется этот мир. Вот так, вот так. Не представляй себе бесконечность, знай, что каждый из нас окошечко вечность. И для счастья не надо много, в это окошечко видеть Бога. Спасать человечество вовсе не надо, просто сделай счастливым того, кто рядом. Что? Вот. Это ну ладно. Вот так меняется этот мир. Вот так меняется этот мир. Вот так меняется этот мир. Вот так. Вот так. Надо подвигать.